Барабашова в глобалике убираются. Хорошо. Тоже там будет жилье, там будет большая дорога. Вот, да, соединение, да, вот она и будет. Она сейчас, если вы поедете, да, на Барабашова, вы увидите, что уже очень многого нет. Будет немного торговли там, немного торговли, но она должна быть. И будут жилые микрорайоны, потому что там жилье нормально. Будут там офисные центры, где-то ж нужно работать. Ну да. Ведь, знаете как, одно жилье ж нельзя построить. Потому что я хочу сейчас, мы индустриальный парк там делаем. Это, потому что должна быть работа и должна быть промышленность. Потому что айтишники должны вернуться. Почему? Потому что там деньги. А деньги — это наш с вами бюджет. И должна индустрия работать. И строительство. Каждый дом, кажется, там все, ой-ой-ой, караул, экспертиза. Экспертиза говорит, стоимость реконструкции всего такая-то. Сели, посчитали. А может дешевле построить новый, с новыми технологиями. Вот у вас дом, ну так, по большому счету, холодная зона. Концепция, ту, которую вот сегодня я разрабатываю, она другая. Они уже утепленные, они другой этажности, но потому что это совершенно другое строительство. Они с автономными котельными, если возможность, скважина своя. И если парковка, то это под землей. И когда начинаешь считать, ты понимаешь вот, по экспертизе, что лучше, наверное, этот дом снести. Перетерпел, сразу построил, а по времени, ну, примерно одно и то же. Но это у вас тут счастье, допустим, в этом доме, что можно быстрее это сделать. И заехали в новый дом. Или же потратить деньги, получи непонятно что, потому что есть же видимые и невидимые разрушения. Мы же понимаем, что от взрывов система отопления, система водоснабжения, и видишь, все повело. Ну так, по большому счету. И я же хочу сделать так, чтобы всем нам было удобно жить. А не так, что сейчас побежали сиюминутно, да, залатали дыры. То есть очень взвешенно принимаем решение. Очень взвешенно. Поэтому все зависит от экспертизы, от разрушений, от конструктива и от стоимости.